Летом Анапа превращается в столицу фестивалей, но для уличных танцоров нет понятия начала и конец сезона. Зимой братья Давидян занимаются в помещении, чтобы летом выйти на набережную с очередным танцевальным шоу. Уличные танцы давно стали визитной карточкой Анапы. В 2017 году Сунат даже прошел кастинг в шоу танца на ТНТ в Краснодаре. Я был 2579, наверное, там 8 тысяч участников общей сложности было. Потанцевал, но они сказали, очень оригинально. Очень круто, как бы, да, ты как бы создал так. Певец сам по себе оригинален и твой танец. Но они не сказали ничего. Жду, нету звонка. Прошла неделя, ну я уже думаю, ладно, значит не время пока что. А потом через 10 дней позвонили с Москвы, сказали, покупайте билеты. Братья-танцоры Сунат и Виталий – самоучки, но их знает танцевальная общественность многих стран мира. Они выступали в Таиланде, среди зрителей были американцы, индусы, корейцы. Специального образования не получили. Один пробовал изучать компьютеры, другой – налоговую систему. Но сердцу не прикажешь. На чемпионате мира по брейк-дансу младший Сунат стал лучшим среди представителей стран СНГ, а старший отучился на фитнес-тренера международного класса. Братья-акробаты никак не могут поделить поклонников. На двоих у них 110 тысяч подписчиков. Танцы – это моя жизнь. Я очень люблю лето, так как в основном мы летом вот танцуем на улице, люди нас смотрят, фоткаются с нами. Ну, как бы такие приятные ощущения, да, когда люди подходят, фоткаются, узнают. Это очень приятно. Мы как бы. И людям нравится то, что мы делаем. Вот это самое главное. Сегодня у братьев уже появились ученики. 7-летняя Офелия за один день научилась делать стойку на голове. Даже интервью дает вверх ногами. Я люблю танцы. Почему? Потому что мне нравится. Владислав учится вейвингу 7 месяцев в Анапе, и за ее пределами он известен как «Человек-волна». А это человек-вертушка Денис. Каждый пытается найти в нижнем брейке что-то свое, а для Дениса это смысл жизни. Танцы – это моя жизнь. Я с ними занимаюсь с детства и буду продолжать всегда танцевать, не переставать. Все начиналось с выступлений на улице. Сначала Виталий и Сунат танцевали вдвоем. Потом у братьев Давидян появились последователи. Сегодня в их команде почти 30 юных танцоров. А еще у них есть мечта – открыть собственную школу стрит-дэнсинга. Анна Жукова, Михаил Григорьев. Анапа регион.